наши пацаны, наши сослуживцы там погибли. Украина, там, мы не лохи, мы не черти. Мы поедем все и будем защищать Россию. Нам вы за мобилизацию? Я да. Вы готовы воевать? Я завтра уезжаю. Куда? В какой город? В Украину. Какая разница? Какая тема? Я за Россию. Я ветеран. Мы поедем все. И будем защищать Россию. Нам... Николай. Сын Дмитрия Пескова. Алло. Здравствуйте, Николай. Это кто? Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Могу. Добрый день. Да, давайте не будем швырять трубки, как это вы делали в прошлый раз. Значит, Николай, вопрос. Пока, а зачем вы мне звоните, еще мне говорите, подождите. Потому что, господин Николай Песков, я могу с вами так разговаривать. Значит, я почему вам звоню? Вам сегодня была отправлена повестка, в том числе и госуслуги, и на бумаге она к вам приходила, и вы пока еще не отозвались. А там был указан номер, по которому вы должны перезвонить и завтра в 10 утра явиться в военный комиссариат. Во-первых, почему вы не перезвонили? Во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем. Вы, это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. Вы должны понимать, если вы знаете, что я господин Песков, да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Угу. Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне. Как бы, если это, мне надо как бы понимать, что и как надо правильно сделать. Поэтому так, интересная угроза. А что за уровень, извините? Всем военным консерваторам. Почему угроза? Ну, вы говорите, что на каком-то уровне собираетесь решать. Угу. Мне надо понять вот вообще, вот, что происходит и на какие у меня есть права. Происходит мобилизация, Николай. Происходит мобилизация в Российской Федерации. Я надеюсь, вы за новостями следите. Я не знаю, каким уровнем вы угрожаете. Я просто вижу у вас имя в списке, что я должен был вам позвонить. Я не угрожаю. Я хорошо. С вами вообще-то на одной стороне. Просто мне надо понимать, как и что мне надо посоветоваться перед тем, как к вам приезжать. Угу. Понимаете? Хорошо, советуйтесь, но я просто вас должен тоже, у меня тоже есть обоснование, что я должен вам сказать. Значит, во-первых, мы ждем вас 10, я вам вас уже про это сказал, я вас проинформировал, и вот этим звонком я вас скажите, уведомил. Уведомил вас. Мне нужна какая информация, вот во-первых, это что это за военкомат, это раз. Угу. Военный комиссариат города Москвы, где вы отмечались ранее, поэтому мы вас там ждем. Если вы не явитесь... Мы имеем право применить к вам административные меры. Проспект Мира, 15. Пожалуйста, вас ждем там завтра в 10 часов. Если вы думаете, что, не знаю, там будет очередь, давайте мы вас встретим и вас проведем через эту очередь, если есть какие-то сложности. Если вы говорите, что завтра прийти не можете. Так, это самое. А вы могли бы мне какую-то смс-ку отправить, где вы меня ждете, и так далее, чтобы у меня была какая-то информация? Хорошо, я пришлю вам смс, и давайте, действительно, если у нас уже более конструктивно с вами пошел разговор, давайте, действительно, смс вам пришлю. В целом, вы готовы прийти завтра в 10? Завтра 10 утра, чтобы вы меня забрали, поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. Мне надо сначала... Медкомиссия, Николай. Медкомиссия. Завтра вас никто не заберет. Медкомиссию просто пройдете и все. Нам нужно просто поставить галочку, что вы действительно у нас там отметились, что вы у нас были, поэтому приходите. Вот. Потому что мне это самое, если придется защищать Родину, у меня проблем никакой нет этого дела. Просто мне надо понимать целеобразность моего там появления. Там просто не просто так. Я говорю вам просто о политических определенных нюансах. Угу. А вы можете меня ввести в курс, что за политические определенные нюансы? Я, может, просто не знаю. Нет, я не могу. Я человек военный. Я не могу вам объяснить, если придется
защищать родину, не переживайте, я буду с вами, как говорится. А вот что я завтра буду, не буду, это уже второй. Хорошо, рад, что у нас более-менее конструктивно пошел разговор. Я просто последнюю галочку поставлю, потому что мы тут анкету определенную заполняем. То есть, да, то, что мы созвонили с вами, уже хорошо. Я хотел бы, не, мне там ничего заполнять не надо. Мне надо, чтобы вы мне просто прислали, с кем я разговаривал. Да, хорошо. Куда вы просите, чтобы я появился? Мартынов, Антон Павлович, да, я вам пришлю. Я просто последнюю галочку должен поставить. У нас тут майор Мартынов. Да. Добрый, просто смс-очка, мне эту всю информацию пришлите. Угу. И уверен, что с вами свяжутся. Хорошо. И Антон Павлович, Антон Павлович, Николай, извините, военного человека, в конце просто хочу уточнить. Можно ставить галочку «Согласен пойти добровольцем на фронт»? Просто мне тут нет. Надо... Нет? Нет, мне такую галочку ставить не надо. Так вы только что говорили, что готовы пойти. Нет? Рано ставить смотрите, такую галочку? Я готов пойти, но это не по вашей просьбе, а это вот как мне это самое, как мне скажут, так я и поступлю. Угу. Хорошо, но это просьба, вы понимаете, вы, может быть, сегодня смотрели телевизор, я не знаю, о чем вы говорите. Я все знаю, мне да. Поверьте. Вот, это приказ Владимира Владимировича. Ну, извините, что по телефону такие имена упоминаю, да. Вот смотрите, если вот Владимир Владимирович мне скажет, что мне надо туда идти, я туда пойду. Ну что, ну вы же просто, я не знаю, давайте каждого рядового будет просить Владимир Владимирович, ну меня же он не просит. А вы, а какого звания, правильно? Вы не рядовой, а какого звания? Это бесполезный разговор. Давайте хорошо. Вы мне пришлите, пожалуйста, смс-очку. СМС-ку мне пришлю, да. Явиться. Да, где мне проспект Мира, 15, город Герой Москва. И с кем я только что разговаривал. Да, хорошо. Я вам пришлю смс-кой, вот, и поэтому вы считаетесь уведомленным с этого момента. Мне думается, что у каждого поколения, может быть, не только 41-й год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа 45-й. Мы не можем проиграть современным нацистам, фашистам и бандеровцам. Откройте дверь! Вас разорвало всех. Здравствуйте. Генерал Бойко, пришли забирать вас в армию. Какую армию? Мне 52 года. Призывной возраст подняли до 60. Кто поднял? Президент. Вы же сами за него голосовали. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу поддержку.